Добиваться новых спортивных успехов шахтинским школьникам теперь станет проще. Сразу в двух школах города открылись новые спортплощадки. В школьном дворе 10-й гимназии теперь есть шведская стенка, рукоходы, брусья, гимнастические кольца, турники и скамейки для пресса. По ходатайству депутата областного заксобрания Екатерины Стемнякиной из резервного фонда правительства региона на новую спортплощадку выделили около 500 тысяч рублей. Очень приятно дарить подарки, и самое главное, приятно дарить подарки любимой школе. Я когда-то заканчивала эту прекрасную 10-ю школу, и когда я шла в первый класс, у нас была спортивная площадка, вот та самая, которая стоит вот здесь, находится с левой стороны от меня. В 15-й спортивной школе возложением цветов и митингом почтили память знаменитого земляка тяжелоатлета Василия Алексеева. Это человек, легенда на подвигах спортивных, которого воспитано не одно поколение тяжелоатлетов и в России, и в мире. Василий Алексеев – заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский и восьмикратный чемпион мира. На счету спортсмена 80 мировых рекордов. В паспорте Василия Алексеева, несмотря на ошеломляющий спортивный успех, в графе «Место прописки» всегда оставался город Шахты. Имя легендарного тяжелоатлета носит спортивная школа и одна из улиц города.